Есть несколько символов победы в Великой Отечественной войне, которые всегда станутся в памяти. Перед тобой автомобильный ответ в руки ГЭС. По площади проходят командно-штабные машины времен войны. Нимес и ГАЗ-32. В годы войны они активно использовались в качестве штабных автомобилей и машин связи. Легендарная полуторка. Именно этот автомобиль безусловно помог победить гитлеровскую Германию. Полуторка буксирует еще один символ победы. Знаменитую 45-ку. 45-миллиметровое орудие образца 1937 года, с которым Красная Армия вступила в бой. Это самая масштабная советская пушка времен Великой Отечественной войны. По площади проходит транспортное средство, названное на родственном шасси МАЗ-4917, подвесного грузового ракетного комплекса «Тополь», предназначенное для обучения механиков-водителей мобильного ракетного комплекса «Тополь» в сопровождении походного охранения из двух бронетранспортеров ВТР-8. Ракетный комплекс «Тополь» представляет основу группировки ракетных войск стратегического назначения. Он отличается высокой живучестью, вследствие своей маневренности, Грозное оружие современности. Наша страна еще в годы Великой Отечественной войны стала главным лидером в создании реактивных систем слабого огня. Системы «Крату Варан» достойны продолжать уйдать времен войны. В походном строю, проверенное временем, буксируемое 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-13 «Ракира», предназначенная для уничтожения бронетанковых ракет.